Всем привет, дорогие друзья! Хочу показать, как в Польше, насколько вырезают дорогу и насколько делают дорогу. Вот, допустим, пачка где-то сантиметров 13. А они роют где-то сантиметров 15-20. Да, я не знаю, где, конечно, такое есть. Но здесь ее режут вот таким вот образом. И у них это совершенно нормально. Вот даже еще раз. Ну вот как-то вот так вот. В прошлом году латали дорогу, вот сейчас будет еще раз вырезать, еще раз. Такая дорога была до этого. И сейчас вырежут, за несколько дней сделают, и все будет отлично. Сейчас покажу немножко горную погодку интересную. Думаю, надеюсь, видно, потому что солнце отсвечивает. Вот так вот, вот вам Польша. Татры. Всем хорошего дня. Спасибо.